Последствия коммунальной аварии в районе пересечения Московского шоссе и улицы Потапова ликвидированы. Вода в дома самарцев вернется сегодня вечером. Напомню, утечка на стыковом соединении была обнаружена еще 7 марта. На празднике ремонтными работами жители решили не беспокоить. Все стоки увели в канализацию. Сегодня в плановом режиме, во время, когда большая часть жителей будет все-таки на работе, организовали производство данных работ. В 9 часов мы отключили данный участок водовода, осуществили ремонт стыкового соединения. На данный момент приступаем к заполнению водовода и подаче воды в нормальном режиме. Еще один крупный технологический отказ 7 марта произошел в районе дома 14 по проспекту Ленина. Из-за утечки прилегающие улицы стали похожи на море, а бурные потоки дошли до Волжского шоссе. Нагрузки не выдержала чугунная труба диаметром 900 миллиметров. Возникла продольная трещина. Сейчас проблемный участок найден, проводятся ремонтные работы. Местным жителям повезло, отключение удалось избежать. Никаких ограничений по подаче воды не было. Переключение сделали по резервному водоводу, потому что есть закольцовка. И на сегодняшний день продолжается работа. Это резервный, он не влияет на теплоснабжение абсолютно нигде.